Макаром Джексоном. Решил я все-таки перезаписать этот видос, потому что он мне очень нужен, вот очень нужен. Короче, буду уходить по одной бомбе. Называется первая бомба, кажется. Короче, как там я назову эту серию, дальше так она и будет называться. Ой, наверное, жалко. Да, стартуем. Лучшее время за 1 минуту 6 секунды осталось. Ну чё, бомба 5 гор, нас получится, мне будет хорошо. Пять минут. Лёд нормальный. Так, ну чё, тут провода, символы и кнопочка. Ну мы чё? Первым делом мы чё решаем? Правильно. Правильно, мы первым делом решаем провода, потому что они у нас на первом месте. Значит, проводов. Раз, два, три, четыре, шесть проводов. Так, если вот проводов нету, есть. Так, иначе если рот плюс один, нет, больше. Иначе если проводов нету, иначе еще четвертый. Так, теперь кнопку сейчас решим. Так, если кнопка синяя, нет. Если кнопка белая, так, горит К. Горит индикатор К. Нет. Так. С бомбой больше двух батареек, горит ФРК. Ни К, ни ФРК не горят. Так, нет, если кнопка нет, значит, удержим. В смысле? Две ошибки? Бля, хамуха. Ладно, чуваки, ничего, бывает. Что, значит, у нас еще? У нас время очень ускорено. Так, значит, что? Так, я вижу эти символы все, вижу. Угу. Значит, если я правильно понял, что первое будет это, потом это, и это все. Все, чуваки, я очень рад. Он даже побил рекорд. Ну-ка посмотрим. Да, лучше время, чуваки, ну что. Хотелось бы еще чем-нибудь вам показать, ну не знаю. Давайте что ли по хардкоин, давайте, короче, возьмем 10 минут и 11 этих, нет. Сколько минут есть? Столько минут этих модулей, 10 минут. За 10 минут 10 модулей, как думаете, осилю ли я это? Не знаю. Так, мы сразу вот так вот делаем. Сразу идем на всякий программ наверх. Что первым делом всегда у нас провода. И тут проводов нету. Вот с этими красные, что-то черные там это, я с ними освоился уже, значит. Знаешь, что у нас дальше? Так, короче, давайте по порядку все. Сейчас по-бырому, значит, спущусь до этих слов. Слова, значит. Ничего не написано. Вот. Вот с вопросительным знаком. Ю. Есть такое. Так, дальше идем. Дисплей. Так, дисплей, значит. Юр. Юра. Ю. Ух, ух. Угу. Дальше. Цейре. Так. Ух, ух, ух. Рейди. Нотинг. Есть. Так. Так, 8 минут осталось, чувак. Я что-то 2 минуты лишнее болтал. Так, короче, давай еще минуты теперь. Не будет, там есть еще одни? Больше нету. Тут два символа есть. Короче, так, как же тут, так, наверное, вот здесь, да? Так, что тут первое-то? А, ну, наверное, так, стоп, а тут и есть еще один символ, которого я не вижу, так все, тут все предельно просто. Опять на символ перейдем, так, тихо, у нас 8 минут осталось, но тут полегче, должно быть, символами вообще легко. Так, угу, я думаю, уверенно. Там, чтобы было все там на месте. Там все эти символы. Я уверен. Потом. Как? Туда так. Блин, одну ошибку допустил, уже, блин. Давай еще. Дайте кнопку. Если кнопка синяя, нет, если кнопки. Так, если на это К. Все кнопки горит К. Клир, ну только колоре. Тогда значит не подходит. Если кнопки больше двух батареек, больше двух батареек. Вообще, ну тут две батарейки, тогда значит нет.
Так, есть кнопка желтая, есть кнопка красная. Ну, блин, чувак, у меня может кнопка сорваться, синяя горит. Нажми, когда отпусти, точнее, когда будет 4. Окей. Так. Че, давай лабиринт. Там еще что-нибудь есть сзади? Там дофига сзади. Короче, я уверен на 100%, что мы взорвемся. Давай, давай азбуку монстра, дай, короче, мне эту тетрадку. Да, тетрадочка у меня еще. Это очень быстро делать, типа, иначе взорвемся. Взорвусь я один. Так, точно, давай, на азбуку монстра перелистывай. Еще. Тут Саймон говорит нету. Вот он, смотри. Смотри. Точка, точка. И есть. Значит, есть и, значит, еще есть. Так, тире, точка, точка. А, нет, тире, точка, тире, тире, точка, тире. Тут есть тире. Так, ну тут нету тире, точка, тире. Может, ты опять ошибся? Есть тире, точка, тире, точка. Пофиг, давай так, С. Так, я уже вижу, что тут есть... Так, еще какая буква? Так. Точка, точка, то... Точка, точка, тире. Точка, точка, тире. У, здесь У. Значит, У вначале, может быть, нету. Да как нету-то? Я здесь зато тут есть У. Киваную. Что нету? У, ладно. Пёс. Точка, точка, тире. Точка. Точка, точка, тире, точка. Но опять ты не засматриваешь до конца. Точка, точка, тире, точка, да? Значит, это F. Это не У, а F. Ну, на F опять начинается. Короче, это опять на... Это флик, короче. Ты 555. Все, дальше идем. Дальше у нас этот самый. Лабиринт давай, попробуем решить. Лабиринт. Так, значит, я вижу, где я нахожусь. Так, Точнее, надо к этому, да? Тут все предельно просто, значит, надо главное не врезаться ни во что. Потом вниз, потом сюда. Да блин, я же говорю, не надо. Я сейчас врезусь, что? Все, что? Так, все. Так, сзади еще... Три нейшонных модуля, а спереди один. Ну, давай пароль решим. На букву L нету слов. Есть. Ларга есть. Ла. Нету. Тогда попробую... Берн. Нет. Давай еще. Так, я точно знаю, что нет. На X тоже нет ничего. На R. Рай. Только одно слово. Рихт. Есть. Так. Все, не смотрим на таймер. Осталось у нас еще вот этих. Угу. Давай сначала этот. Нет, это ближе. Давай. Не, давай провода, провода. Я все-таки надо запоминать, какие провода есть. То есть, что тут написано? Максимум 10, 9 проводов. Здесь 9. То есть, окей. Первый красный, второй красный. Второй красный. Если первый красный, значит, есть подсоединён к С. Нет. Второй красный, если подсоединён к А или С. Нет, П. Тогда пропускаем их. Так. Первый черный. Первый черный, если подсоединён к любому. Так, третий красный. Третий красный, если подсоединён к А. Так. Значит, получается второй, третий черный. Второй черный, если подсоединён к А или С. Нет. Третий черный, если подсоединён к Б. Третий черный. Нет. Значит, еще есть четвертый красный. Четвертый красный калице. Пропускаем. Так, первый синий. Первый синий, если подсоединён к Б. Окей. Четвертый черный. Не успеем. Ну и ладно. Четвертый черный калице. Ну тут все, ну блин, я не успею, короче. Я уверен, что мы не успеем. Короче, рандомно режу. Я сразу давай. Я все равно не успел, один фиг. Короче, чуваки, все, до свидания.